Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас обзор на огромные шоколадные яйца Шоки-Токи серия Робокар Поли. Откроем палетку, в которую вмещается всего лишь 6 яиц. Огроменные. Давайте открывать. Сколько много шоколада. Внутри большая капсула. Есть вкладыш. Собери команду спасателей. 5 игрушек. Рой, Хелли, Кэп, Полли и Эмбер. Игрушки точно такие же, как в свитбоксах. Только почему-то в серии нету автобуса с Кулби. Вместе с игрушкой идут вот такие наклейки. Давайте приклеим. Эмбер – машина скорой медицинской помощи. Сделана в виде робота. Ножки у нее двигаются, ручки тоже. Есть наклейки в виде колес. Мигалка у нее сделана в виде бантика. Розовые щечки – добродушная. Качество игрушки отличное. Следующее гигантское яйцо. Ну, вкладыши у них у всех одинаковые. Сразу открываем игрушку. И здесь повторка, еще одна Эмбер. Жалко. Надеюсь, будет новая игрушка. Да, новая. Так, а наклеек нету? С этой фигуркой наклеек нету. Это вертолетик по имени Хелли. На голове у него зеленая бейсболка. С первой буквы своего имени есть винт. Кстати, он мягкий. Жалко, что не крутится. Фары у него сделаны как щечки. Ручки у игрушки двигаются. Ножки тоже. Прикольный робот. Вертолетик сделан очень классно. Следующее яйцо. Новая игрушка с наклейками. Главный герой мультика Робокар Поли. Полицейская машина. Есть у него наклейки с буквой П и в виде колес. Жаль, что игрушки нельзя трансформировать в машинки. Было бы просто супер. Может быть, когда-нибудь такое и сделают. Еще один вертолетик Хелли. Всю коллекцию не удастся собрать в палетке. Осталось последнее яйцо. Нам надо найти еще Роя и Кэпа. Будет ли тут кто-то из них? Но здесь еще один Хелли. Очень частый вертолетик. Вот такие классные игрушки по мультику Робокар Поли попадаются в огромных шоколадных яйцах Шоки-Токи. Игрушки точно такие же, как в свитбоксах. Хорошая альтернатива для сладкоежек, ведь шоколада в этих сюрпризах достаточно много. А что вы думаете об этих сюрпризах? Напишите в комментариях.
Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду пить чай с вот этой горой шоколада.